Задержать, но не убивать. Он нужен нам живым. Парни, вам что, больше заняться нечем? Держите его! Я его нейтрализую! На позицию, атакуйте! Теперь ты мой! Я предупреждаю! Ну, Роксан, что теперь? Ладно. Какой у нас план? У семьи Фина есть мастерская в центре. Раньше она всегда там работала. Возможно, и сейчас работает. А не проще будет просто позвонить и поболтать? Это вряд ли, чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь нужным. И держи в курсе. Был наш Эверест. Мы так радовались, когда наконец-то... Мы всегда гадали, из чего же сделан молот Тора. Придумывали свои воображаемые элементы, чтобы это объяснить. Фине особенно удавались названия. Так, ну тут точно превышение скорости. Это ж пацан паук! Человек паук! В ближайшем кафе? Я из тебя дымную сделаю! Друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часа пик. К счастью, обошлось без жертв. Но всегда так вести нам не будет. Что если атака случилась бы несколькими днями позже, во время так называемой бури столетия, о которой нам все время толдычат по пятичасовым новостям? Сразу начался бы настоящий петлам!
Нам есть кого обвинить в этом, включая и бандитов из подполья. Но все-таки я бы не выполнил свой долг, не заметя, что подполье, в общем, всего лишь ограбило грузовик. А потом явился мелкий пособник Человека-паука и попытался разобраться во всем самостоятельно. Что же случилось потом? Он все испортил! Этот паренек хочет быть Человеком-пауком. Что ж, у него отлично получается. Вы, кстати, заметили, что первого Человека-паука сейчас не видно. Мне кажется, я знаю причину. Он как родитель, который делает вид, что ребенок, психующий в отделе с печеньем, не с ним. Но мы знаем, яблоко от паутинки недалеко падает. Мы знаем, ты яблоко, Человек-паук. Мимо рабочих и забрать капсулу. Но зарыть трубы, копать обратно, чертова планировщики, определились будут. Ха! Комплектующие нашего первого компа. Я на нем играл. Афина работала, помогала с исследованием болезни Альцгеймера. Что тоже неплохо. Паука. Он нужен живым. У нас чисто воздух один. Задержать, но не убивать. Он нужен нам живым. Парни, вам что, больше заняться нечем? Одного, но я всех победил! Капсула времени лежит под этим праздничным поездом. Надо сдвинуть его с дороги. Что слышно из твоей закусочной? Останови подпольник! Стой! Не сражайся! Я чуть в штаны не наложил. Эй, девчонки, зацените! Отлично! Блин, как мы тогда летели по улице, прикрепив к конькам емкости со сжатым воздухом. Соседи тогда начали называть нас маленькими гениями. Столько внимания было, необычно и даже круто. Война подполья с Роксоном мне здесь ни к чему. Могут пострадать люди. Это не твой, твой человек-паук.
хотите драться, валите из города. Хотя бы в Джерси. Извини, Джерси, я не хотел. Ты мне нравишься. Готово! Перестрелка остановлена! Город в безопасности! Сегодня я буду чуть серьезнее, чем обычно. Если вы получили травму во время нападения подполья на Roxanne Plaza, физическую или эмоциональную, пожалуйста, обратитесь за помощью. В моем блоге есть список ресурсов. К другим новостям. Я готовлю большой материал по подполью и прошу вас, если вы можете сообщить что-нибудь об этой крайне опасной группировке, я буду очень благодарна. А пока берегите себя и помните. Душевное здоровье так же важно, как и физическое. До свидания. Везучий пацан! Черт возьми! Кто увидит, получал ударение! Я вообще не врубаюсь! Успокоились! Ищем! Берегись! Нашел! Выходи, дери! Я тебе башку проломлю! Я об этом очень пожалею! Получай! И чтобы больше никуда не вламывались, ясно? О, да, неплохо прозвучало. Тут на скейте. Надо почаще приходить. Бинго! Когда мы взяли приз научного центра, Фина сильно увлеклась исследованием космоса. Придумала вот этот лунный транспорт. Она хотела заново изобрести весь мир. На лодке. Я рад, что теперь она хоть не выглядит как плавучая помойка. Нашел. Жуть, что эти подпольные на мосту ушли.
Финна увидела настольный теннис на Олимпиаде и за неделю добилась невероятного мастерства. Подкрутки она делала нереальные. Могла отправить шарик вообще куда угодно. Ловкая как чертик. Запрос. Кто-то ворует продукты из фургона пира. Что может быть хуже, чем грабить машину пира? Кажется, они позвали друзей. Хорошо, что я теперь снаружи. Пришел твой конец, Человек-паук! Понравится! Как тебе это? Нам вообще не... Все просто! Открывай чертову дверь! Ну же, чувак, вставай! Еще можем засадить на него! Хватайте припасы! Паук тебя не спасет! Открытая дверь, да! Я его приму! Вы на что ты способен, урод? Дверь. Подполье всю неделю наши машины грабило. Друзья, сегодня мне придется побыть недовольным родителем. И не за Джареда. Он в кои-то веки хорошо работает. Нет. Я недоволен, потому что опять некоторые из вас позволили убедить себя, что это нормально. Когда абсолютный незнакомец, без какого-либо законного права, бегает по округе в маскарадном костюме и изображает из себя спасителя. И вновь это ужасное заблуждение привело нас к невероятному ЧП. Истина такова. Неважно, верите ли вы в доброе намерение Человека-паука, неважно, верит ли в них он сам. Важно то, что каждый раз, когда что-то в городе разрушается, на арене всегда он, а теперь его протеже. Спросите себя, мы вынесли столько бедствий, неужели нам хочется вынести вдвое больше? И чем все это закончится? Женщиной-пауком? Панком-пауком? Свином-пауком? О! Но пока я тихо поужасаюсь этой мысли, послушайте важное сообщение от наших славных спонсоров. О!
Афина любила такие планшеты. Говорила, они ей напоминали, мол, то, что на поверхности, и то, что внутри, очень разные вещи. Мне кажется, это не для пейнтбола. Плачу тебе. Он нас видел! Вали его! Почему бы вам не продавать что-то хорошее? Например, наклейки или пиццу? Он мой! Оружие Роксона в стиле Человека-паука. Я думаю, она в этой трубе. Когда мы ее прятали, дул жуткий ветер. Меня чуть вниз не сдуло. Готово! Фина дополнила свои плавательные очки сонаром и дисплеем. Она не любила никому проигрывать. Особенно мне. Капсула времени должна быть на этих пилонах. Фина тогда так храбро по ним прыгала. Попался. У нас были копии ключей, чтобы чаще заходить друг к другу. Хотя, по факту, мы в основном оставляли записочки. В открытую. Ты
Сегодня я имею честь беседовать с Саймоном Триггером, главой отдела разработки Roxxon Energy. Мистер Триггер, скоро в Гарлеме запустят первый из ваших нуформовых реакторов. Однако не все разделяют вашу веру в нуформ. Ну, во-первых, Джона, позвольте сказать, что быть на вашем шоу – это честь и радость. Ну, что ж, я польщен. И да, вы правы. Не все верят в прогресс. Например, Рио Моралес, который, кажется, скоро изберут членом городского совета. Я признаю, что мисс Моралес очень умна. Она воплощает прекрасную ролевую модель для юных девушек. Но, по-моему, она тратит свою энергию не на то. Наши реакторы изменят Нью-Йорк, но изменят его к лучшему. Но, видимо, не все легко принимают перемены. Позвольте дать вам совет. Как один сверхуспешный человек другому. Знаете, что я говорю своим критикам? Идите вы в вместе со своей критикой! Я аплодирую силе ваших убеждений. Вас даже штрафы не пугают. Главное – донести свою мысль. Штрафы? Какие еще? Джаред? Сколько? Быстро вырежь это! Кажется, все. Прохожие в безопасности. Можно двигать. Когда мы прятали капсулу тут в стене, вид был намного хуже. Как же летит время. Это правда, самое замечательное. Супер! Билеты на концерт. Фина убедила меня пойти вместе. Ха, я так не хотел туда тащиться, а в итоге купил 3 диска и футболку. Ослепительная и Лила Чейни лучшие. Преступную жизнь. Не ваше это. Спрятали капсулу в одной из этих труб, но не помню в какой. Что самое главное? Отлично! Как-то летом мы зафанатели по космическим путешествиям и стали замораживать нашу любимую еду. С бубликом с начинкой из бекона, яиц и сыра вышел облом. А вот мороженое из фасоли вышло неплохо.
там Человек-паук? Кажется. Верные поклонники, я готов поделиться с вами своей любовью. Атакуй человека! На одного, но я всех победил! Дядя Аарон, как дела? Привет. Ты мяч бросать не разучился? Последний раз мы играли в Нью-Джерси. Не забросил баскетбол? Я играю в школе. Но нужно быть осторожнее. С паучьими штуками. Да ты наверняка забыл все, чему я тебя учил. Равновесие, стойка, прыжок и проход. Ты что, забыл о моих новых способностях? Я тебя уделаю на площадке. Ого, хочешь поспорить? Ну, давай, старик. Ха-ха. Надеюсь, ты не только языком научился болтать. Я принимаю твой вызов. Мама сделала этот соус пике на день рождения Фины. Бабушкин рецепт, наверное. Фина лила его на все подряд. Говорила, если не жжет, значит, мало положили. Сообщение о нападении на мирного жителя. Спасибо, что пользуетесь метро Нью-Йорка. Легко. Мне его дали на экскурсии по выставке группы дизайнеров Баканды. Фина увидела разную технику и как закричит: «Хочу быть инженером!» И вот результат. Thank you.
капсула там, под деревом. Тайком пробирался сюда, чтобы смотреть на звезды. Да и кто? Фина вечно читала книжки, причем по несколько сразу. Даже мои таскала, когда я не видел. Говорила, что это развивает мозг. Не видел до блэкаута 2016 года. А потом, ух ты, сколько звезд. Выполняй приказ! Захвати сука! Привет, мои верные поклонники! Я готов поделиться с вами своей любовью! Все на одного, но я всех победил! Любила сюда приходить. Говорила, здесь хорошо думается. В 8 классе у нас была экскурсия по Оскорб. Фина была настроена скептически. Говорила, однажды они уничтожат Нью-Йорк. С дыханием дьявола почти так и вышло. Нравился этот музей? Мы пристроили капсулу так, чтобы она смотрелась как элемент здания. Да, вот. О, футбольная лига. Я один раз сказал Фине, что люблю футбол, и она совершила невозможное, стащив эту штуку с выставочного матча. Ради друзей она готова на все. Слушай, я рассказывал тебе про капсулы времени, которые мы с Финой раньше прятали. Короче, я их все нашел. Столько воспоминаний нахлынуло. О, в них было смутное предзнаменование настоящего? Нет, напомнили, каким простым нам тогда казался мир. А. У Фины будущее всегда было так распланировано. Справиться с глобальным потеплением, искоренить голод, найти лекарство от рака. А на закуску еще и внеземную жизнь. Ну, вряд ли ты мог спланировать укус генетически модифицированного паука. Да уж, жизнь внесла свои коррективы для нас обоих.